только начали по ММА готовиться, я говорю, давайте, что мы там три дня провели по ММА, поэтому давайте драться по боксу. Поэтому бои по ММА, вот я в жизни борец, я очень пропагандирую самбо, российские единоборства. Ну, получается так, что приходится драться пока так. Но очень сильно хочу подраться по ММА. Да, всем очень плохо после моих ударов на твоей зрительности. Вот, вот, да, да, вот это вот главный вопрос мой, конечно. Да. Вот, слушай, по поводу Чорша, кстати, это потери для поп-ММА российских? Слушай, по поводу Чоршанбе, это минус один конкурент у Артема Тарасова. Я не знаю, может ли это быть потерей, что он такого там сверхъестественного преподнес. У нас есть свои звезды. Популярный человек просто, понимаешь? Он популярный человек, делал индустрию, но сейчас, видите, я после травмы как бы отхожу, начинаю драться по ММА, и он немножко занимал мое место, и сейчас я на его месте. То есть следующий бой ты будешь еще лучше? Ну, конечно, я беру, только сейчас был готов на 50-60%.